يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. ва рахмату дорогие мусульмане. Вот прошел день, и пришло время отпускать уразу. Это нам напоминает тот время, промежуток времени, когда Аллах Субхану ва все трудности тоже с нас уберут и скажет в раю, кулю ваш рабу, ешьте и пейте. Бима халия. За то, что в прошлых временах, времен, днями, которые вы делали, за это сейчас кушайте и пейте, иншаллах. Этого ждет каждого из вас, из нас, с дозволением Аллаха Субхану Ва Та'аля. Продолжайте также поститься, также совершать хорошие деяния после Рамадана, чтобы Аллах Субхану Ва Та'аля сказал судный день, о мусульмане, о постящийся, Заходите с двери раян. Человек в общем в своей жизни проходит четыре степени, четыре стадии жизни, четыре жилища. В первую очередь человек бывает в утробе матери. И оттуда четыре степени там тоже проходят, как нам объяснил наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, в первую очередь будет нутфа, это капельки воды, потом аляка, потом сгусток крови, потом мудга, кусок мяса, потом образуется человек и ставит ему ангел, посылает, чтобы Аллах Сухантала посылает ангела, чтобы ставил для этого человека душа. И потом приказывает Сколько он, и оттуда же узнает, сколько он будет жить, что он будет кушать, все, пока не родился, уже предписано было этому человеку. Второй, второй стадии проходит это второе жилище, это дар дунья, это мирское жилище, это мир. Дар арабское слово, это жилище. И этом жилище человек проходит тоже четыре стадии. Он бывает ребенком, потом юношей, потом молодым, потом стариком. И эта дунья является Дунья, которой есть таклив, обязанность от Аллаха Та'аля. Кто это обязанность хорошо пройдет, он в следующем жилище радостно будет жить, довольствие будет жить, а кто это плохо пройдет, и в последующих жилищах он еще хуже и хуже найдет. Третье жилище это Даруль Барзах. Это промежуток времени. Даруль Барзах. Это джилище, барзах. Это промежуток времени, в который человек умирает до того, до того времени, пока Аллах Сунтал его оживит, воскресит. Вот это время называют барзах. И там тот человек, мусульманин, который делал хорошие деяния, он всегда в наслаждениях будет. Его могила будет раем, из, садом из садов рая. И даже этот человек спешит, чтобы быстро яма была быстро, чтобы судный день начался, чтобы вернуться к своей семье от радости. А второе, для грешника, для кафира, для лицемера, эта могила будет ямой из ям ада. Наказание. И потом оживляю всех людей, все люди, которые на земле были, начиная с Адама, алейхиссалам, до последнего человека. В том месте, это последний дар, последнее жилище, оттуда потом распределяет к вторую, в то аду. Здесь нам напоминает хадис пророка, саллаллаху алейхи когда мы постимся, голодаемся, нам напоминает хадис, который пророк, саллаллаху алейхи нам рассказал и сказал, в раю есть дверь. Мусульмане, слушайте, постящиеся. В раю есть дверь, его называют Бабур Райян, врата Райян. Имя этих врат Райян. Я духолю мин гуса имун. Через эту дверь двери заходит кто пастящийся. Я умал кияма. Судный день. О пастящий мусульманин будет мужчина и женщина разницы нету. Зайдете в рай через эту дверь. Аллах Аллах для вас приготовил отдельный дверь раю, чтобы через эту дверь вы прошли. А через эту дверь, кроме людей, которые в этом не постились, не войдут. Через эту дверь. И говорят, айнус, айнаса имун будет кричать в судный день, где те, которые люди постились. Где постящиеся люди, где они? Фаякумун, все они стоят, которые этом дуне постылись. Если в этом дуне кто слушались Аллаха Субхану и постылись, все они встают. И кроме них больше оттуда никто не пройдет. Когда говорит, эти люди зайдут через, эту дверь, углик, эта дверь закрывается. Эти двери закрываются, другие люди оттуда не зайдут. Вот это нам напоминает в конце, когда мы отпускаем целый день когда голодаем. За что я это голодаю? Для чего я это делаю? Для того, что судный день сказали, о, постящиеся, заходи через это врат, вратарая. рая, это райян. Заходи через двери райян. Другого, другого наслаждения не было бы. Когда солнце приблизили к голову, и когда мозг кипит, когда люди под своим этим потом затопились, этот момент, когда вам говорят, о пастящийся заходите через ворота в раян, другого даже наслаждения не было бы, этого нам хватало, чтобы мы постились в этом дуне. Это нам напоминает две двери этого рая, это восемь дверей. Дверь для намаза, дверь для садака, дверь для джихада, дверь для э, дверь для хаджа, дверь для Тех людей поминают Аллаха, дверь для тех людей, которые делают хорошие деяния, и дверь для тех людей, кто скрывает, сдерживает свое зло, когда он может его не сдержать. Будут люди всех через это... Один человек может быть всех все четверть, через этих дверей пройти. Тот, кто джихад, хадж, намаз, все это делает, всех через эти восемь дверей может, может зайти о, братья мусульмане, не говорите, хватит мне рай зайти. Нет. Как мы этом дуне хотим жить? Роскоши, зарабатываем больше, строим красивые дома. Стройте и красивые дома. Стройте в высшей степени. Эта дунья закончится через 60-70 лет, умрете. Но ну, охеря, ахират вечная, в раю вечно жить из этого. زاربواته هي самый وщий سطحين. بارسيد الله سبحانه وتعالى فيردوس إدلة الدينية которая واس تبرودة في فيردوسه. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فأيستني بجبأزني لودي بجبأزني لودي в райских садах и родниках, Взять, получая то, что Аллах свой Господь, который им дал. наслаждение хани За что? Они до этого были людьми, которые творили добро. Они этим были, из в раю, они наслаждаются.

О, все, которые постит, постящиеся, у вас тоже есть богобоязненность. Вы тоже боитесь Аллаха. Если Аллах не боялись бы, вы не постились бы. Вы можете делать, что вид поститесь, стесняясь от людей, перед людьми не кушаете, но отдельно дома будете кушать. Если у вас не было бы страха от Аллаха, Субханаху Та'аля, боязнь от Аллаха, Субханаху Та'аля, вы не постились бы. Иншаллах, Аллах скажет каждому из вас, о, постящийся, заходи в рай. Каждому из вас, за то, что вы боялись Аллаха Субханаху Ва Та'аля, заходите в рай. Но до этого вместе с постом соблюдайте намаз, соблюдайте закат, соблюдайте хадж, укрывайте те сестры, которые полностью еще не укрылись, оставляйте греховные, оставляйте большие грехи. О, братья мусульмане, о, сестры мусульманки, жзакум Аллаху хайран. Знайте этот месяц, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сауму шахри сабр,

каждый месяц от три дня в разы. Это получится, как будто весь жизнь мы постились. Джизаку Аллаху, хайрам, братья, старайтесь быть постящимся. Поститесь от еды, от питья, вместе с из этим сохраните язык, руки, ноги, свой половой орган от харамного, чтобы Аллах Субханава принял ваш пост, если у вас vaš post prinjet, Allah, primite Allah subhanahu wa ta'ala, skažete vam, o pastešite se, zahadite čez dver rajan v raj. Da pomožete Allah subhanahu wa ta'ala, što mu bili rabami Allaha. Jazakum Allahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.